Спорт является неотъемлемой частью нашей жизни. Только вспомните, как этим летом мы все следили за чемпионатом мира по футболу и успехами нашей сборной. Но не все в карьере спортсмена бывает хорошо. Часто случаются курьезные моменты, которые еще долго им припоминают. Сегодня мы как раз и посмотрим на 10 смешных и нелепых, а порой и позорных моментов в спорте. Один игрок «Зенита» в последнее время сильно отличился, а вот посмотрите, как отличился другой. Халк и Юсупов пытались ввести мяч в игру со штрафного, но получилось, мягко говоря, не очень. Халк! Юсупов побежал, но так медленно. А с нами постоянная рубрика «Да тут бы забила моя бабушка». И действительно, в такой ситуации было сложно не забить. Даже если бы мяч не тронули, он бы все равно закатился в ворота. Этот момент нельзя назвать позорным, но смешным курьезом можно. Во время забега в спортсмена прилетела веревка и так плотно оплела ноги, что лидер проиграл. Хотел бы я знать, что он сделал потом тому парню шестому. We have Niall Atwood to the front. DCU in seconds. Paul Peppard. It's neck and neck. Oh! Oh my god, neck and neck. Jenny Mac! Я думаю, вы видели много смешных автоголов, но такой навряд ли. Игрок Интера не нашел ничего лучше, чем вернуть мяч своему вратарю, но сделал это так филигранно, что тот залетел прямиком под перекладину. Но автоголы бывают не только в футболе, конечно же. Например, в баскетболе это крайне редкое явление. Спортсмен хотел не дать мячу уйти и, несмотря, переправил его прямо в кольцо. Невероятная меткость. В футболе есть тактики, стратегии. Любое действие должно быть отработано на тренировках много раз. Ну а вот что бывает, когда футболисты не договорились даже между собой. В любом спорте нужно уметь держать эмоции при себе, тем более не нужно размахивать руками в пылу борьбы. Баскетболист зарядил кулаком своему сокомандику, но в качестве извинений поцеловал его. Голкипер, чтобы не получать красную карточку, решил притвориться, что потерял сознание. Авось сработает, все будут суетиться и забудут о нарушении. Хорошая тактика, так ему казалось. Но коварный судья не повелся, видимо, заметил, что вратарь подсматривает и все-таки дал красную. А вот что будет, если мешать баскетболисту вести мяч в игру? Больно пришлось парню. Ставь лайк, если почувствовал его боль на себе. Ставьте лайк, если понравилось видео, и пишите в комментарии, каким спортом вы занимаетесь. Будет интересно почитать.